Вы говорили, что 19 ноября будет матч с «Динамо». В итоге какая дата? 19 число? Вроде 18. 18? А почему так долго выясняли, какая будет дата? С чьей стороны была проблема? Ну, у них профессиональный клуб, у них пауза в определенное время. У нас шел сезон медиалиги, в котором, ну, мы не могли взять и там посреди недели медиалиги играть важный эмоциональный матч с «Динамо». Поэтому ждали, когда будет обеим командам удобно, и вот сошлись на такой дате. И прикольно, что это в итоге получилось сделать, потому что болельщика будет ждать такой футбольный праздник. А не думаешь, что придет мало народу, будет холодно или там что-то? Не, ну там на ВТБ же приятная арена. То есть, там и знаешь, сколько будет примерно человек? Вот, а еще билеты не в продаже, но надеюсь, что планку 10 тысяч, я думаю, надеюсь, что преодолеем. А так, да, ну конечно, холодно, но ВТБ так построен, что плюс-минус там приятно находиться. Я думаю, особого дискомфорта болельщикам не будет. А